Я могу вот что сказать. Вместе с телепортом. Смотря где появится. В стороне, то просто туда не вести его и все. Я же вот ну, вместе так, с телепортом да. Гасил. Ринг сделали. Ринг? В натуре ринг. Так, давайте. Вызываем на бой его. А что, давай сопостроим. Бафаемся. Я разминаюсь, подождите. Греюсь. Греюсь перед боем. Чуть-чуть лезем. Нарезался. Все. Погнали. Нос, уши. Готов. Где он там? Вон он. Я пошел. Где он? Где он там? Зелдер, вас волк. Сюда иди сидишь. На тебе поджопника. Неси его, мужики. Кто там говорил про нас? За спиной смелый, да? Давай сюда идите. Оба-на, блок. Неси его, мужики. Бей его, бей. Кто здесь еще бегает? А, эти штуки, тентакли бить можно? Не, нельзя. Пойдем да, сюда. Они тоже, да, в ответ берутся с собой. Очень долго. Ой, меня наступили. Ну, а есть суперудар? Бафались, кстати. Ну, типа. Я кости бафнул. Надо и тюрист, у кого есть. Можно? Можно на него запрыгнуть? Да вы уже просто пинаете. Он урона вообще не вносит. Ну, нас топчет, наверное. Пинай его, мужики, пинай. Чисто, короче, гопники пришли запинать. Тут надо еще ПВП включить, чтобы друг друга гасили потихоньку. Блин, мне в тролле, кстати, на ночь стоим. Чё-то я устал, пойду отдохну. Тоже отдохну. Всех энергия кончилась. Рул, держи пока что, сейчас это, да. У нас тайм-аут небольшой. Так, все, я отдохнул. Второй раунд, пошли. Ой, стене какой-то. Слушайте, давайте по одному, чё мы как не мужики, давайте, кто там первый подойдет? Не, да. По одному точно не буду, ребят. Давайте, давайте дангу оставим, пусть дангу дерется. Давай. Посмотрим, на что он способен. Давайте болеть за него чисто. Я занял местечко здесь. Давайте там пока эти тогда убирать. Дайте, дайте дангу порубиться, ёжик, дай дангу подраться. Ну-ка, Данго, покажи ему. Данго! 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 Ставки, господа. Ну, я думаю, минут 30 пинать будет. Если только такие ставки принимаем. Опа! Блокируешь там? Данго, правый его, правый! Двоечку, двоечку ему. Уклончики делай. Опа, уклончик, видели, на 69. Боже, посмотрите на этого бойца, он просто в лучшей своей форме. Что он исполняет? Просто избиение пятки древнего произошло на ваших глазах. Чё-то я притомился, покурю пойду. Да, давай. Так, ребят, пустите воина. Пустите голожопого воина. Иди сюда. Уже без брони ты зря. Но... Да че он может? Слабак. Сейчас баф косей пройдет. Дай. У меня еще есть. Ой. Легкий вообще. Ой-ой-ой. Ушатает больно. Я задал блок качаю. Кайф. Я тоже периодически стал учить. Давай. Чё, пацаны, снимаем броню? Я вроде нормально дерусь. Ой, не, пошутил, чё-то не очень нормально дерусь. Сейчас постою чуть-чуть. Передохну, дух переведу, сейчас вернусь. Да, родные? Тихо, передвигайся и призвай. Шесть. Древник, вот они. А дальнюю атаку не используют. А у меня нету. Находишься, не используют. Чего они там? Умер что ли? Слабак.
корни оставь хотя бы. Да ладно, он умер? Серьезно? Да. Вот слабак. Например. Слушайте, мы сейчас месили его достаточно долго, было куча эффектов, нас было много, и у меня FPS нападало ниже 50. Да. Это очень хорошо. Откуда второй? Не знаю. А зачем? Еще одного призвал. Откуда второй? Ну, блин. Да ладно. А кто призвал-то? Короче, второго можно еще оружием там, давать. Там двое, ребята. Там двое? Кто призывает? Что за баг? Может это потому, что мы кулаками бьем? Убегать! Что за прикол? А по их урон не проходит. Их вообще не проходит, это баг какой-то. Какой-то баг, да. Третий. Третий, обалдеть. Откуда третий блин? Они бесконечно призываются. Все, ребят. Кажется, апокалипсис. Вот этот бьется. Древо апокалипсис. Бежать! Вот этот бьется. О-о-о-о-о, меня шотнули. Весело. Сейчас смешно было, да? На кулаках дрались? Да-да-да. Да я в трусах был просто. А он еще и видюху нам ломает. Я забыл, что у меня ХП заканчивается. Давай, дай взять пёску. Это ешь. Я отключил тряску камеры, не знаю как вы, но меня это раздражает. Я тоже отключил уже давно. Да? Да. Я чувствую себя замечательно. Да, я сейчас все бегу. Меня тут прессуют. На, кинул. Вижу, спасибо. Блин, поднял. Все, это я поднялся, привет. Спасибо. Так, а ему хедшот влетает какой-то? Нет. Не-не, 12 минут еще нету. Спарта. Ой, ХП нету, подожди, что это Спарта. А на него мороз действует? Ну, что-то я... А что-то как-то я не заметил, что он. Один остался. Опа-опа, еще один лежит. Двое лежат. Двое лежат без дыхана. Иди сюда. Может, прикол такой сервер, если мы босса одного убили. Танч, он обиделся? Сложнее чуть-чуть. Слушай, сейчас, если мы этих троих убьем, что у нас будет? 10 их? Да. Так, стою непосредственно в самом важном месте его. На тебе. На тебе. В итоге в коленку летит все равно. Хорош, мужики. Мне кажется, так будет с каждым боссом на этом сервере. Да, и так будет с каждым. Кто наедет на наше поселение, так будет с каждым. Они усложнили, типа, здесь такой прикол. Да нет, нет, это я вызвал, ладно, ладно. Опа, ключи забираем. Ключи тут до хрена, зачем мне нужны? В смысле, ребята будут приходить, будем раздавать. А знаешь что, возьми их и просто раскидай за этим за забором, они светятся ночью. Классно. Слушай, я даже медную руду, он валяется, подбирай. Нам, короче, нужно, знаете, со всех боссов убрать метки в какой-нибудь, поставить лес куда-нибудь, знаете, далеко. Чтобы новички не знали, где находится босс, а то по порталам залетают, типа, к нам на сервер, идут по порталам такие, хоп-хоп, тут босс, там босс, все нашли, все, кайфанули. Все попрятать прям надо. Руду все-все-все попрятать. Всю инфу попрятать, чтобы на сервер можно было зайти новичку и поиграть. Что, есть в фарме? Ну и чтобы мы могли что-то предложить интересное.